Пожар, кажется, серьезный. Жильцы в безопасности, но огонь распространяется. Вышлите машины! Человек-паук, слава богу. Что-то мешает работе каналов связи. Не можем связаться с пожарными. Там никого больше нет? Нет. Но если не потушить пожар, огонь перекинется на соседние здания. Слышишь? Только шум. Я смогу найти источник. Не волнуйтесь, я налажу вам связь. Чем быстрее я найду источник, тем скорее приедут пожарные. Паутиной такой огонь не погасить. Источник радиопомех совсем рядом. Взялся, и эфир все еще забит. Хорошо, что мы обесточили вышку. Страховая заплатит, только если все здание сгорит. Связь не должна работать до конца пожара. Глушить переговоры ради страховки? Еще чего. Ты здание вообще видел? Оно будто из спичек сделано. Серьезно? Оно такое старое, что там у проводки тряпичная оплетка. Не о чем волноваться. Все ж, наверное, лучше, чем экранки на углу толкать. Ах, парни! Зря вы не застраховались от Человека-паука! Это Человек-паук! Еще не до конца сгорело! Отвлеките его! Он мог! Покажи, что ты умеешь! Будет больно! Нет сигнала, потому что нет питания. Надо зарядить генератор. По-прежнему откуда-то глушится. Видимо, есть еще группа мошенников. Мистер Фельдшер! Тут какие-то люди пытаются сжечь здание ради страховых выплат, поэтому у вас нет связи. Шутишь? Они подвергают людей опасности. Да. Что там с пожаром? Пламя скоро перекинется на соседнее здание, а я все не могу связаться с пожарным. Скоро все будет нормально. Держитесь там, я сообщу. Уже близко. Стой. Сигнал становится сильнее. А, что ты сделал? Почему чуть что сразу я виноват, а? Я тебя чем-то обидел? Некогда их слушать. Нужно восстановить сигнал. А, ненавижу компьютеры. Почему всегда я отвечаю за технику? Потому что, дружище, это твоя судьба. И никто, кроме тебя. Твой пароль. Человек-паук! Лучше премию! Кто? Конец тебе! Пора тебя проучить! Ты об этом мог... Ха-ха-ха!
сюда! Достал пацана! Теперь осталось врубить питание. Ну вот, кажется, порядок. Надо вернуться и удостовериться, что связь в порядке. Эй, ну как теперь связь? Сигнал громкий и четкий. Уже связался с диспетчером. Пожарные машины на подходе. Пожарные как раз успели потушить огонь. Я точно поставлю приложение 5 звезд. Рад был помочь. И другим расскажите. Чем больше пользователей, тем безопаснее будет в городе. Я всем о нем расскажу. Спасибо тебе, Человек-паук. Роксон хочет разгромить весь район. Приложение «Дружелюбный сосед» — просто бомба, парень. До меня дошли омерзительные новости. Человек-паук окончательно опустился. Он дошел до того, что теперь крадет игрушки у детей. Что может быть хуже? А я вам скажу, друзья мои. Знаете, что именно он украл? Он украл игрушечных людей-пауков. Он не только обкрадывает детей, но и заставляет играть в игрушки, которые им наверняка не нравятся. Каков мерзавец, каков наглец. Но не бойтесь, я запускаю в производство игрушечных Джей Джона Джеймсонов. Передо мной как раз лежит опытный образец. И должен вам сказать, смотрится он просто отлично. О-хо-хо, вот это настоящий герой. Ни один уважающий себе ребенок, да что это я, не только ребенок, не откажется от такого шедевра. Кстати, Джаред, закажи 10 штук для меня и 10 для моей жены. Ну и себе одну. Вычти из своей зарплаты. Не благодари.